Всем привет! Многие задаются вопросом, куда же мы пропали. Ну, как вы знаете, в Украине 24 февраля началась война. Россия напала на Украину. И кто как. В общем, сначала мы укрывались в метро, дома, бомбоубежище. Потом я с ребенком и собакой выехали на Западную Украину. А сейчас мы выехали за границу. Абсолютно не было ни сил, ни желания заниматься YouTube-каналом, что-то снимать. У меня есть одно видео, которое я сняла еще поделку до того, как началась война. И в ближайшие дни я все-таки постараюсь смонтировать и выложить. Вот, кстати, одно из бомбоубежищ, в котором мы были. Там было 4 комнаты, туда вот дальше еще 2. И здесь еще 2. Вот с такими полками. Очень пыльно и грязно было. Очень было страшно. Были постоянные панические атаки. Была куча слез и много чего. Очень страшно это все. Хочется, чтобы наконец-то война закончилась, чтобы все остались живы, чтобы мы все вернулись домой. Я очень сильно переживаю за всех своих родных, близких, за вас переживаю. Конечно же, мне очень хочется знать, как сложилась ваша судьба, в каком состоянии ваш дом, как ваши родные, где вы сейчас находитесь. Вот, кстати, кадры о том, как мы поначалу пытались готовить первые дни, когда еще были продукты в квартире, и у нас был праздник, день свадьбы. Мы даже умудрились приготовить торт. Потом было все уже более печально. Тяжело говорить, хотя уже прошло достаточно много времени, но тем не менее война дает о себе знать. Вот такое вот последнее фото, о котором я говорила, я выложу. Это поделка.